Черногорский лицей. Сегодня воскресенье. Вот это прекрасная дожа. Самый первый зал, которым я начал уже серьезно тренировать. Ох, то вот этот пропускной пункт. Ну что из нового? Теперь цепи поставили в школе. Это самая первая школа, в которой я начинал серьезно тренировать. Здесь очень много ребят, которые достигли хороших результатов. Они уже разминаются, и мы сюда сейчас пойдем. Кто? Открою вам мир доджи Черногорска. Ус. Как он занимается? Ребятишки в Черногорске. Юрий сегодня дает шикарную разминочку. Одно дело, когда ты тренируешь сам, даешь упражнения. Другое дело, когда ты работаешь как ученик. Нет ничего лучше. Не буду отвлекаться, буду работать. Ус. Под лапу высокий прыжок вверх и удар. И удар. Я даже не сильно не надо выносить. Растяжка — очень важный момент при занятиях любым видом спорта. Должна быть эластичность мышц, упругость, сила. Обязательно у нас после тренировочки турник по максималке. Сначала подтягиваемся сколько можем,
Затем наш товарищ, друг, напарник помогает нам дорабатывать до максимума. Так вот, помогаем друг другу увеличить максималку. Сегодня на YouTube-канале будете? Я знаю, я на вас подписалась. Сегодня знаю, будете. Все. Привет передавай. Скажи, подписываемся. Привет. Все на канал. Подписываемся на канал Гончарова. Для достижения твердого непоколебимого духа. Мы будем следовать истинному смыслу воинского пути. Чтобы наши чувства все время были наготове. С истинным рвением. Мы будем стремиться культивировать дух самоотрицания. Мы будем соблюдать правила этикета. Уважение к старшим и воздерживаться от насилия. Мы будем следовать нашим богам. Oh!